Добрий вечір, ми з України. Дивіться, ну сьогодні день, не знаю, як можна його назвати таким добрим. Засранці, 5:15 утра атакували наш город. Подло і цинічно, коли люди спали. Калібр, крилата ракета прилетіла в 79-ту бригаду, де солдати в казармі просто спали. По итогам дня 8 200, 8 без вести пропавших, 19 раненых. Вот техника там, ерунда там из потери. По жителям, по гражданским сейчас собираем данные. Тоже есть немного. Вот. Редкие засранцы, злой неимоверно, но мы им вернемся. Вот так вот. То есть, если касается боя, наша арта героически отбила. Была команда у них взять город любой ценой. Они шли с трех направлений. Знаем мы, что их бросили и командиры после там определенных поворотных моментов. Сегодня будем проводить совещание с военными, обсуждать результаты. В общем-то, мы отбились. Хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за того, что в 5 утра они цинично ударили смерчами, градами и крылатыми ракетами по нашему городу. Есть ущерб там по инфраструктуре какой-то, все восстановим, но вот человеческие жертвы, это, конечно, ужасно. Что хочу добавить, сети там разгоняют, они понимают, что на меня много не действует, там всяких фейков и так далее, начинают забрасывать, вот там... Баловно, все посещено, все плохо. Чтобы все понимали, вчера, когда оккупанты стреляли по аэропорту, попало в Баловно, один человек погиб от осколков. Сегодня опять кричат в сети, ай, Баловно, там все трагедия, все умирают. Но у нас же со всеми связь, мы дружная область. Я позвонил в Баловно, в тероборону, жителям, которые, моим друзьям, которые там живут. Они говорят, нет, сегодня все выстрелы были далеко по целям. Чтобы вы понимали, наши военные никогда не стреляют по населенным пунктам. Вот сегодня, в частности, пришлось вступить в ближний бой, потому что мы ждали, пока они выйдут, хвост их выйдет из населенного пункта. Вот. Мы по своим точно не стреляем, и ни в каких вариантов. А вот они без разбора это делают. В общем, промежуточный итог. Еще выйду, все good, спокойненько, но жертвы. К сожалению, война, подонки убили наших ребят ночью. До скорых встреч.